Независимость – самое дорогое для народа. Все остальное не важно. Именно так сегодня описал ценности казахстанцев автор почти 500 статей и книг, журналист и публицист Жумаш Кенебай. Акимат Ауезовского района Алматы провел встречу с представителями интеллигенции по случаю 30-летия независимости страны. Гости поделились своими мыслями и рассказали о достижениях казахского народа за годы суверенитета. Давайте поймем, что для нас независимость. Мы должны раз за разом показывать, что хозяин и собственник этой земли – казахский народ. Мы должны быть гордыми. Надо показать, что казахский язык на самом деле является государственным. Хватит разбрасываться словами, пора взяться за дело.